С начала 2024 года в Госнадзор поступило 147 письменных обращений по вопросам очистки кровель и дворов многоквартирных домов. По 34 жалобам проведены работы и выявлены нарушения. Также за неделю Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области проверило очистку крыш в 110 многоквартирных домах. Замечания выявлены по 28 адресам и оперативно отработаны с управляющими организациями. На штабе, который проходил 19 числа февраля, агентству было поставлено задача сформировать и нарезать задачу управляющим компаниям по предоставлению графика по очистке кровель и убирать сосульки в течение 2 недель. Данная задача уже по ВКС доведена до сведения всех управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Хотелось бы напомнить о том, что плоская кровля, она очень редко очищается, а скатные кровли, для них отводится 3 дня на уборку. За очистку кровли отвечают те, в чьем управлении находится дом. Под управляющими организациями ТСЖ и ЖСК в регионе более 6000 жилых построек. Домов, где собственники самостоятельно следят за зданием, в Ульяновской области более 1400. Очистка козырьков над самостоятельно установленными балконами входит в обязанности владельца. В случае плохой уборки или ее отсутствия жители многоквартирных домов могут подать жалобу. Контрольно-надзорные мероприятия, где потом можно, так сказать, их привлечь к ответственности, к административной, выписать протокол, акт и направить в судебные инстанции, это именно по письменному заявлению. Такие заявления можно подать как на сайт агентства, так через госуслуги.дом и также еще в письменном виде, приехав на Корсунскую, дом 4, и подать письменное заявление от собственника, чьи права нарушены. Управляющими компаниями в уборке снега и наледи с кровель задействовано более 10 автовышек и около 70 человек персонала, а также специальные организации, занимающиеся промышленным альпинизмом. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.